Там куча стекол насыпано. Уже за поворотом не видно. Там все в стеклах. А там как раз стоит моя машина. Она целая осталась. А вот здесь у нас под окном куча обломков. Вот люди ходят, их рассматривают, фоткают. И один большой обломок прямо у нас под окном. Мы когда подскочили, он горел. Паша сказал, что это крыло, часть крыла. Вот черненькое в левом нижнем углу. Такие дела, ребята. Вот этот весь край, кажется, стекла выбили. Народу, конечно, похер. Все на улице.